Днем 1 октября в Мозырский РУВД обратился мужчина и заявил об угоне его автомобиля Audi 80. Оперативникам понадобилось менее 3 часов, чтобы найти авто и лиц, которые совершили угон. Оказалось, 3 неработающих мужчин после совместного распития спиртных напитков прогуливались по городу. В замке водительской двери Audi они заметили брелок управления сигнализацией и ключ от замка зажигания. Подвыпившая троица решила воспользоваться случаем и прокатиться по окрестностям города. Уже в пути один из участников куража вспомнил, что их общая знакомая должна ему деньги. Созвонившись с мазырянкой, они подъехали к одному из рынков города. Сидевший за рулем мужчина вышел из автомобиля и направился к ломбарду, где должна была состояться встреча с женщиной. Остальные в ожидании напарника закурили по сигарете. Только докурить не удалось. Сотрудники милиции задержали их прямо в автомобиле. Спустя 30 минут около подъезда своего дома был задержан 3-й соучастник угона. 2 задержанных были ранее судимы. За ними тянется и шлейф административных правонарушений. В основном все они были связаны с употреблением алкоголя. Единственный, кто до этого дня не был замечен в нарушении законодательства, 23-летний парень. По факту совершения угона возбуждено уголовное дело. В отношении водителя также был составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.